Несмотря на то, что проблему в своем поселении жители Барвихи обозначили 3 года назад, за круглым столом с представителями всех заинтересованных сторон собрались впервые. Историю вопроса обозначил Юрий Попов. Уже 5 лет не утихают споры вокруг строительства в лесном массиве между поселками дачного хозяйства Жуковка-1 и Усово-Тупик. Участок в свое время был передан в аренду Рублево-Успенскому лечебно-оздоровительному комплексу. На нем новые владельцы решили возвести несколько строений, и это вызвало вопрос у местных жителей. Никаких публичных слушаний, рассмотрений вот этого договора не было. Стараниями активистов строительство в лесу было заморожено. Но за 2 года, пока на участке шла работа, были вырублены 800 кубометров леса, вырыты котлованы под фундаменты, установлена арматура. По словам представителей лечебно-оздоровительного комплекса, вся работа велась в соответствии с законодательством. Правда, после вмешательства прокуратуры капитальные постройки обязали заменить на временные. 7 гектаров леса превратились в заброшенный строительный объект. В отношении Рублево-Успенского области составлено очень много инициативных протоколов. Есть протоколы. И что они на эти протоколы? Решение по поводу расторжения договора аренды зависит не от меня, а от вышестоящей организации Комитета лесного хозяйства. Позицию барвихинской администрации обозначил ее глава Сергей Тиняев. Он поддержал идею жителей благоустроить территорию и создать там парк. Но для начала отменить решение суда о передаче земли в аренду лечебно-оздоровительному комплексу. Много обращений направлено 10 июля последний раз. Предпоследний раз отправляли губернатору по поводу создания там зоны отдыха, парковой, лесопарковой зоны. Ну, пришел ответ, что пока невозможно ввиду того, что земля обременена третьими лицами. Вот этим договором аренды. Найти компромисс. Такую задачу поставили перед собой организаторы круглого стола. Однако каждая из сторон осталась при своей позиции. Арендаторы стараются доказать в суде, что строительная деятельность велась законно. Жители надеются оставить лесопарковую зону для отдыха, занятий спортом и прогулок. По итогам встречи представителями общественной палаты было принято решение составить соответствующее обращение на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева.